Заводной баян, задорный вокал, пронзительная гитара. Лучшие исполнители открытого фестиваля-конкурса «Одаренные дети Подмосковья» выступили на гала-концерте в Доме культуры «Солнечный». В течение месяца юные музыканты демонстрировали свое мастерство почти в 10 номинациях. Участников конкурса становится все больше. В этом году их 540, и более 400 стали дипломантами и лауреатами различных степеней. С каждым годом прибавляется у нас участников на народных инструментах. У нас добавился в этом году уже гослеры, раньше их не было. Так что теперь домбка, балалайка, гитара, гусли, очень много всего. Вот это очень здорово, потому что конкурс популярный, люди хотят, люди стремятся, и у людей получается. А мы только наблюдаем и радуемся. В одной из самых популярных номинаций фортепиано обладателем гран-при стал 17-летний лауреат многих конкурсов, в том числе и международных, стипендиат фонда «Новые имена» Александр Погосбекян. Для выступления Александр выбрал прелюдию номер 5, соль минор, опус 23 Сергея Рахманинова. Юноша собирается стать пианистом, готовится к поступлению в музыкальное училище. Признается, что ради этого он полностью посвящает себя музыке. Для этого надо очень много заниматься и готовиться. Ну, вообще бывает по-разному, разные же дни. Но так часов 6-7 стараюсь держать. Кроме наград, которые одаренные дети Подмосковья получили на сцене «Солнечного», победители и лауреаты конкурса смогут выступить на концертных площадках Одинцовского округа. Такую возможность им предоставил окружной комитет по культуре. Все эти концерты будут проходить на больших концертных площадках, в больших залах, с большим количеством зрителей и с очень хорошим техническим оснащением. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».